Ребята, посмотрите, посмотрите, мы можем съесть водолаза. Все, вы видели, мы съели водолаза. Мы вот такие большие. Ого, вот это рыбеха, ребята, рыба-игла. Мы даже рыбу-иглу едим, ребята, посмотрите, рыба-меч. Опять водолаза съели. Вау, ребята, мы целую лодку проглотили, вы видели, а? А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, и сегодня мы сыграем в игру Tasty Blue. Мы ее уже с вами проходили, конечно же, но наши дорогие подписчики просят и просят, говорят, очень слишком нам понравилась эта игра, Юра, сыграй в нее еще раз. Ну что ж, дорогие подписчики, все для вас, давайте, собственно, сыграем еще раз в эту замечательную игрушку под названием «Съедобный океан». Ну, здесь уже, как всегда, мы все видели, девочка пошла, купила рыбку, бросила дома в аквариум, и тут оказалось следующее. Мы плаваем этой самой маленькой рыбешечкой, девушка нас кормит, я так понял, кормом специальным. Так, мы этот корм, конечно же, съедаем, ребятки, съедаем. И давайте-ка с вами его съедим. Есть, чтобы стать большими. О, смотрите, какие мы уже большие, ребят. Реально, да, мы выросли буквально за считанные секунды. Посмотрите, ребятки. Меньше, чем за минутку, мы уже какие большие. Я думаю, что скоро мы из этого аквариума просто-напросто убежим. Посмотрите, как мы скакаем. Вау, да-да, ребята, вау, 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 мы в раковину. Отлично, а из раковины мы куда? Мы в речку, да? В речку, давай-давай, хочу в речку или в канализацию. Ох, у ребята, да, креветочки здесь маленькие для нас есть. Все, нам нужно питаться, собственно, ними здесь и быть очень аккуратными и внимательными. О, даже крышечки от пива мы можем уже кушать, дорогие друзья. Так, ну что ж, давайте, собственно, похаваем этих прикольных креветочек. О, уже даже этих мы можем хавать. Посмотрите, как быстро, дорогие друзья, мы растем. Посмотрите, это просто супер. Я считаю, что это просто замечательно. Так, расти на глазах. Так, отличненько, креветочки мы все съедим. Скоро и селедочку уже будем кушать, ребятки. Так, 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 подождите. Все, ребятки, да, ура, 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 ням-ням, вы слышали? Круто, мы теперь селедочку тоже хаваем. О, и на дне тоже все, смотрите. Ох, как вкусно все. Вау! Ура, дорогие друзья. Отличненько, дорогие друзья. Мы с вами прошли первый уровень. Переходим ко второму уровню. И что у нас здесь? А здесь у нас уточки какие-то. Ну, я так понял, что они, ребятки, не настоящие, а какие-то игрушечные. Это уточки такие. Но, тем не менее, ребятки, погнали, 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 погнали. Так, отлично. Отличненько. Так, давайте. Опа, мы можем ракушки собирать. Давайте ракушки соберем. Вау. Ух, отлично, ребятки. Посмотрите, как я могу. Вау, круто. Ого, да. Так, отлично. Давайте креветок всех съедим здесь. О, все уточки пошли в ход, ребят. Посмотрите. И селедочка пошла. Ура, ура, ура. И даже звездочки морские. И банки. И креветки, и селедки. Все пошло. Отлично, дорогие друзья, отлично. С легкостью мы с вами прошли и этот уровень. Так что давайте перейдем к третьему. Так, ну что ж, тут на третьем уровне нас, ребятки, ждет, а? Ой-ой-ой, здесь раки большие, ребята. Раки меня кусают. Креветки, мы можем кушать креветок маленьких. Но раки нет, раки нас кусают, посмотрите. Ой-ой-ой, ракам нельзя попадаться. Потому что они могут съесть. Ай-яй-яй-яй-яй, раки, везде раки. Они меня преследуют. Не трогайте меня, раки, пожалуйста, я больше не буду, простите. Так-так-так-так-так-так-так. Давайте как-то будем теперь бороться с ними. С этими раками, дорогие друзья. Так, нам надо кушать креветки. Для того, чтобы подрасти и стать еще побольше. Вот, мы даже до дна можем достать. О, а здесь раки тоже везде, ребят. Раков я не люблю, ребятки. Раки это очень страшные существа. Они кусаются. Так, ну я думаю, что мы скоро будем... О, все, да. Уже практически, смотрите, мы всех раков съедаем. Иди сюда, рачок. Иди сюда, дорогой, я тебя съем. Иди сюда, вот так.
Отлично, отлично, просто супер. Так, замечательно. Отличненько, дорогие друзья. И мы с легкостью прошли с вами еще один уровень. Так, переходим к четвертому уровню. Погнали. Так, ну что ж, ребятки, здесь нам показывают, что нам нужно... О, смотрите, перескакивать. Здесь такая селедочка нас ждет. Вау, ребята, мы даже уже чаек можем ловить. Смотрите, сейчас покажу. О, отлично. Ой-ой-ой, там, ребята, морж. Он меня может съесть. Или тюлень какой-то там. Да, ребят. Он с легкостью меня может съесть. Все, мы его съели, ребятки. Мы его съели. Вы слышали, какой он звук издал? Какой издал прикольный писк. Так, ну что ж, ребятки, пятый уровень у нас. Поехали. Так, погнали, 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 погнали. Ох, ням-ням-ням, как вкусно. Так, так, так. Ой-ой-ой, мы большую еще селедочку не можем кушать. Мы довольствуемся пока только маленькой селедочкой, ребятки. О, вот давайте мусор соберем на дне, все. Мусор соберем. Ой, большая селедка пошла уже. Отлично. О, чайки. Отлично, отлично, чаечка. О, две чаечки сразу. Еще одна. Отлично, замечательно. А здесь что? Ой-ой-ой, как же вкусно здесь. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Отлично, 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 отлично. Просто вкусно. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, тихо-тихо, там человек уже плавает. Ребятки, давайте пока селедочку будем кушать. Ой-ой-ой, меня морж укусил. Или тюлень, тюлень, ребята, он меня укусает. Так, чаечки мы кушаем, это уже отлично просто. Человека мы еще пока не можем съесть, так что давайте водолаза пока не съедим. Так, отлично. Все, ребятки, все, мы можем этих кушать. Всех взрослых, кроме человечков. Даже тюлей не можем кушать. Ребята, посмотрите, посмотрите, мы можем съесть водолаза. Все, вы видели, мы съели водолаза. Мы вот такие большие. Ого, вот это рыбеха. Ребята, рыба-игла. Мы даже рыбу-иглу едим, ребята, посмотрите. Рыба-меч. Опять водолаза съели. Вау, ребята, мы целую лодку проглотили, вы видели, а? Вы такое видели? Вот это круто. Вот это мы растем. Вот это да, ребятки. Ой-ой-ой, нас еще касатка большая кусает. Так что... Поедим рыбу-иглу. За мной касатка гонится, ребятки. Подождите. О, отлично, 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 отлично. Отлично, дорогие друзья. Посмотрите, как я все съедаю здесь. Круто, 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 круто. Отличненько, дорогие друзья. Мы прошли с вами этот уровень. Переходим к следующему уровню, ребяточки. Опа, сразу мы съели, ребята, буйок. Буйки сразу посъедали. Так, давайте... А, на дно нам нельзя. Так что давайте сверху поплаваем. Начнем с поедания буйков. Так, ну что, я уже могу с кого-то съедать? Да, ребята. Я уже могу съедать некоторые лодки, там, где девушка плывет. Давай, 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 давай. Вот она еще одна. Иди сюда. Отлично, отлично. Я считаю, что это просто, просто замечательно. Так, а куда же нам теперь плыть? А, вот еще одна девушка. И вот она еще. И вот еще она. Так, и все, что ли? О, все, ребята, мы все можем лодки хавать. Круто. Ого, вы посмотрите, что я делаю. Все лодки. Вот это рыбеха. Вот это да, вот это да, вы представляете, вот это круто, вообще замечательно просто. Следующий уровень, дорогие друзья. Так, ну что же у нас здесь? А здесь у нас, ребята, я так понял. Здесь у нас что? Это у нас какие-то пещеры такие, что ли? А, и нам нужно кушать самых маленьких,
самых маленький мох тут, который прирос. Все, я понял теперь. И таким образом потихонечку расти. Все, понятно. Все теперь понятно. Ну что, давайте начнем его кушать. Чтобы потихонечку вырасти, как говорится. О, ребята, посмотрите, какие мы уже большие стали с вами. Ого! Ребята, мы все дно едим, посмотрите. Ого, вот это круто. Мы реально съедаем все дно, ребята. Вот это да, вот это да, вот это замечательно. Просто классно, шикарно даже, отличненько, ребята. И это уровень такой себе простой. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Восьмой уровень, дорогие друзья. Ну что ж, погнали, ребятки. Погнали, погнали. Так, давайте соберем бутылки над ней с крабами вместе. Ой, мы даже свалили, человечек упал, ребятки, увидели? Мы даже свалили, человечек плавать как умеет. Умеет, но это ему все равно не поможет, потому что, ребятки, мы его сейчас съедим. Ха-ха-ха-ха. Да, ребята, да-да-да, вы не ослышались. Мы сейчас его съедим. Отлично, все. Ребятки, мы все съедим, даже бревна эти. Все, ребятки. Нечего здесь кушать на этом берегу. Отличненько. И с легкостью мы с вами переходим на 9-й уровень, дорогие друзья. И что у нас здесь? А здесь у нас крабы. О, крабы, крабы. Какие вы вкусные. Какие вы вкусные крабики. Идите сюда. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, отлично. Отличненько. Отлично, отлично. Давай. О, ням-ням-ням. Так, где еще они? Вот они все. Вот они все крабики здесь. Я съем всех вас, крабиков. Куда собрался? Так, отличненько. Иди сюда, второй и третий. Так, где еще крабы? Вот крабики ползут. Вот они ползут ко мне. Идите сюда, я вас буду кушать. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Отлично, отлично. Так, отсюда выпал. О, все, ребята, нам дали больше локации. Теперь мы будем еще больше крабов есть. Посмотрите. Теперь где мы, ребятки? Ой, да, ребята, посмотрите, сколько здесь их. Как же их здесь много, этих крабов. Отличненько. Просто супер, дорогие друзья. Просто супер. Так, 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 так. А это что такое-то? Так, отлично, отлично. Ох, ох, круто, 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 круто. Так, 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 так. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, отлично, отлично. Так, отлично, 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 просто супер. Так. Это мы съели этого крабика. Ну так, ребятки, ну сколько же нам уже придется крабами довольствоваться? Я хочу уже покушать немножко чего-то другого. А мне только дают крабы, да крабы, говорит, кушай крабы и все. А я хочу немножко чего-то большего, я хочу еще что-нибудь поесть такого вкусненького. Не только крабов, ребятки. Так что давайте, собственно, уже заканчивать этот уровень с вами будем сейчас. И будем переходить потихоньку на следующий уровень, где, я так думаю, еды будет намного больше. Так, отлично. Оп, ребятки, отличненько. И мы прошли с вами этот уровень с легкостью. Так, ну что ж, ребятки, 10-й уровень. Давайте по 10 уровней с вами будем играть в каждом эпизоде. Так, а что же мне кушать-то, ребятки? Ага, начинать мне надо с крышечек, я так понял. Потому что пока что мы еще ничего не можем кушать. Ну, давайте начнем с крышечек. О, теперь мы можем креветочки кушать. Отлично, мы уже потихонечку растем, дорогие друзья. И мы хаваем креветочек, отлично. Вот это они тут плавают кубками, отличненько. Отлично. Замечательно просто. Так, ох, как вкусно. Так, я уже что-то могу даже там на дне кушать. Какие-то ракушки, наверное. Ох, ребятки, посмотрите, какой я уже большой стал. Был такой маленькой-маленькой рыбешкой, а стал уже такой большой-большой рыбкой. О, даже утки уже могу хавать, ребятки. Даже уже уток могу хавать. Отлично, давайте всех уток съедим. Отлично. О, все, мы даже уже бутылки с дна собираем. Отлично, 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 отлично. Так. Ну что, я думаю, уже скоро буду кушать крабов. Да, ребят, крабики пошли, пошли крабики. И даже, смотрите, ребята, я могу траву вот эту кушать. Да, ребята, посмотрите.
Ням-ням-ням, всю траву съем. Отличненько, ребятки, отличненько. И мы прошли с вами этот уровень. Так, дорогие друзья, ну что ж, играем по 10 уровней в каждом эпизоде. Этот эпизод, дорогие друзья, подошел к концу. Дорогой друг, обязательно подпишись на мой канал, если ты еще это не сделал. Поставь колокольчик, чтобы не пропускать все новости на моем канале. Ставь пальчик вверх и оставляй любой комментарий. До скорых встреч, с тобой был Юра. Пока-пока.